Проект в центре мира остается на паузе. Перекрывать центральную улицу снова пока не будут. Об этом заявил в своем инстаграм Сергей Еремин. Погулять по пешеходному проспекту красноярцы смогли всего-то два уикенда. Затем из-за роста числа заболевших проект пришлось свернуть. Открытие должно было состояться на этой неделе, но его отложили до лучших времен. К сожалению, хочу сказать, что ситуация с коронавирусом у нас достаточно напряженная, большое количество все-таки больных, и, конечно, мы вынуждены паузу продолжить до более благоприятного времени с точки зрения эпидемии. Поэтому, дорогие друзья, давайте потерпим, берегите себя.